В нашей школе создана действующая система самоуправления, частью которой является волонтерский отряд ООН «Отряд особого назначения». Девиз отряда «Зажги сердце, отдай его миру». Основным направлением деятельности отряда является милосердие. Члены отряда стараются помочь и людям, и животным, и природе. В нашу школу всегда приходили на встречи ветераны труда и Великой Отечественной войны. Мы готовили поздравления и праздничные концерты. Многие из них стали немощны, иных уже нет в живых. В прошлом году мы начали наш проект «Ты тоже будешь стариком», в рамках которого волонтеры посещали областной геронтологический центр, были организованы концерты и поздравления. Мы помогали персоналу и просто общались с бабушками и дедушками. Но наши визиты, хоть и имели систематический характер, были довольно редки. Дефицит общения испытывают люди и в больших населенных пунктах, и в малых, из-за болезней и немощности, из-за нехватки времени у родственников, из-за стойких стереотипов, недостатка интересных событий, из-за незнакомой среды, в которой оказывается не человек и так далее. Это и стало целью нашего нового проекта, продолжающего прошлогоднее «Учиться никогда не поздно». Изменения, которые происходят в нашем обществе, ускорение темпа жизни, переход общения в онлайн, изменение способов публикации и получения информации оставляют пенсионеров на обочине жизни. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что компьютерная грамотность для пожилых людей не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу со временем. Повышение социальной активности скажется на улучшении их качества жизни. Наш отряд проводит работу с пожилыми людьми, предоставляя возможность этой группе общаться посредством сети интернет со своими близкими, живущими в других городах, получать информацию, реализовывать творческие способности. Наши волонтеры выполняют роль тьюторов, учат людей старшего поколения набирать тексты, использовать электронные услуги, обрабатывать фотографии, создавать свою электронную почту и отправлять письма, общаться в социальных сетях и многое другое. Мы обучаем пенсионеров, ветеранов труда, проводя занятия 1-2 раза в месяц в компьютерном классе областного геронтологического центра. Для наших подшефных пенсионеров Шарова Василия Федоровича, Рыжова Галины Григорьевны обучение происходит на дому. Совмещаем помощь быту и развиваем навык пользования компьютером. Участники программы заметно продвигаются вперед. Борисова Валентина Сергеевна, благодаря созданному профилю в Одноклассниках, смогла найти подругу детства. Зинченко Галина Ивановна много лет сочиняет стихи, раньше печаталась в сборниках, а благодаря нашей помощи может поделиться произведениями на своих страничках. Все они с нетерпением ждут следующих занятий. Начата работа с самарским клубом ХСТСТР. 1-2 часа каждую неделю в компьютерном классе областной юношеской библиотеки проводятся занятия по обучению использования сети интернет. Сейчас ведется работа над организацией клуба компьютерной грамотности для пожилых людей на базе нашей школы «Орт Гешар». Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны как старожилы пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный импир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед, а то всего, что тем задорней, чем глубже крылось давних пор, и старческой любви позорней.